время моего пребывания в аэропорту Афин, кстати, видео об аэропорте вы можете посмотреть по ссылке, приведенной ниже. Я, конечно же, посетила магазины Duty Free. Хотя больше всего из любопытства, чем для покупок. Цены были просто кусачие. Во время распродаж в Афинах можно купить многие товары по более низким ценам. Ну а вам я предлагаю просто посмотреть это видео. В продолжение темы о моей поездке домой на родину вы позднее можете посмотреть видео о моем пребывании в аэропорту города Москва, о магазинах, расположенных на территории аэропорта, и о некоторых других вещах. Дорогие мои друзья, не забывайте оставлять свои комментарии, подписываться на мой канал, ставить лайки или дизлайки. Спасибо вам большое за внимание!